Внимание! Музыкальный подарок фестивалю от композитора Кима Брейбурга и поэта Евгения Муравьева. Поет заслуженная артистка России, заслуженная артистка Грузии Тамара Гверцители. За роялем автор. Нам небом, но музыкант садится за рояль, и вот весь мир засыпан снегом белым, и льется грусть и светлая печаль. Семь нот, и вот бушует пламя, жизнь сожжена и некуда идти. Нами, она как свет, который впереди. Музыка, надежда и спасение, к небесам души прикосновение. Музыка, любовь и откровение кружит нас по кругу, словно вьюга. Семь нот, как будто радуги цвета, и мы не прячем слез от восхищения, и снова даль, как музыка чиста. А музыкант потом уйдет неслышно, рояль однажды должен замолчать. Но где-то там, где звезды чуть выше, все так же будет музыка звучать. Музыка, надежда и спасение, к небесам души прикосновение. Музыка, любовь и откровение кружит нас по кругу, словно вьюга. Спасибо, Витязь, спасибо, Александр Григорьевич, за поддержку. Да здравствует музыка! Спасибо большое, мы очень рады принимать участие в этом фестивале. Спасибо. Народная артистка Российской Федерации, народная артистка Грузии Тамара Гверцители. И верный друг фестиваля Ким Брейбург. Спасибо.